Я археолог. Меня как-то слабо интересует настоящее. Я предпочитаю копаться в прошлом. Ну, а вы, дочка профессора, кто? У меня все по штампу. Нормально. Закончила факультет. Филологический в МГУ. Факультет невест называется, знаете. Занимаюсь сатирой. Русской или иностранной? Нашей. По 19 веку? Нет, современной. У вас потрясающая профессия. Вы занимаетесь тем, чего нет.